Всем доброго здоровечка. Вот такой вот внешний вид у дерева под названием платан. Впервые эти деревья я увидел в городе Одесса, и я был поражен рисунком коры. Оно, дерево было как будто камуфлированное, и действительно мне вот этот рисунок на коре напоминает камуфляж, такие разноцветные пятна, очень красивые. Я, правда, не знал на то время, что это за дерево, мне даже спросить пришлось с прохожих одесситов, что это такое. Я, как сейчас помню, одна женщина мне говорит, что это дерево называется платан, чтобы вы запомнили. Есть такая планета Плутон, а вам нужно просто поменять одну букву. Я захотел очень вырастить себе такое дерево, но не знал как. Я был очень рад, увидев у нас на территории Западной Украины, в городе Ровно, два платана, которые растут в центре. В 2016 году я собрал семена, и мне удалось вырастить несколько деревьев. Часть из них я посадил в открытый грунт, они, к сожалению, погибли. А вот сейчас вы видите фотографии, как выглядело единственное уцелевшее дерево по состоянию на сентябрь месяц 2016 года, то есть в прошлом году. А вот так выглядит платан уже в августе месяце, в начале августа 2017 года, высаженный этой весной в открытый грунт. Вот такое вот деревце. Кажется, что никаких изменений нет, но на самом деле изменения есть. Вообще я снимаю это видео по запросу, потому что зрители в последнее время меня спрашивают, как поживают мои платаны. Собственно, вот этот платан и у меня не должен был быть, потому что я его держал для Ивана Фирсова. Это садовод с Винницы. Он занимается выращиванием плодовых деревьев и декоративных деревьев, кустарников. У него я покупал чуть-чуть ежевики, несколько сортов, покупал плодовые деревья. И когда он узнал, что я выращиваю платан, он попросил меня тоже одно деревце. Но весной как-то я забегался, и он забегался, мы не списались. А деревце хранилось у меня, зимовало в лоджии, зимовало. И я посмотрел, что на нем уже распускаются листочки. Я его в экстренном порядке посадил в открытый грунт. Посадил, по-моему, в апреле месяце. И буквально через неделю начались заморозки сильные. 3 утра подряд было до минус 3. И этот платан подмерз. Потому что в природе он распускается позже, нежели обычные лиственные деревья. Вот такая ситуация. Он немножко притормозился в развитии. Но, несмотря на это, вот весной я его садил, этой весной, он был вот такой высоты. Ну, это, имею в виду, он был чуть выше, но я сделал обрезку. И он был вот такой. А за этот сезон, до августа месяца, он вырос вот на такую высоту. Сейчас это деревце имеет высоту 30 сантиметров. У него такие интересные листья. Мне нравится, как он выглядит, этот платан. Надеюсь, через некоторое время у нас... Кстати, посадила его рядом с многоэтажным домом, в котором я живу. Как многоэтажным? Пятиэтажный дом. И хочу, чтобы такое красивое дерево росло у меня рядом с домом. Ухаживаю за этим деревом, делаю полив время от времени, потому что вот сейчас у нас было жарко. Ну, а вообще чувствую дерево себя, по-моему, очень хорошо. Интересно, как переживет зиму. Вот такой вот результат. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.